Всем привет, с вами The Station. Привет. И сегодня мы собрались поиграть в игру «Пока я сплю». Это игра для большой компании от 4 до 10 человек, где каждый раунд у нас будет один человек, который будет видеть сны. Он спящий, надевает вот такую маску, и сны его обозначаются картами, которые лежат вот на нашем планшете, на кровати. И вокруг него сидят духи. Духов три типа — это добрые, злые и пересмешники. И их задача — сделать так, чтобы спящий угадал или не угадал карту на столе. Добрые духи, соответственно, пытаются ему помогать, злые пытаются его запутать, а пересмешники пытаются держать баланс между правильными и неправильно угаданными картами. После того, как таймер у спящего закончится, он просыпается и пытается рассказать все, что он видел, пытается рассказать свой сон. И если он упоминает все правильно угаданные карты в своем сне, то он получает дополнительные баллы. После этого ход передается, у нас новый спящий, каждый будет спать у нас один раз, и после этого мы посчитаем свои баллы и узнаем, кто из нас победил. Мы можем начинать? Ну, давайте я начну, да, я как раз сегодня не выспалась, так что 2 минуты сна у меня будет. Ну, правда, мне придется запоминать, конечно, все, что я сейчас буду угадывать или не угадывать. Духи поэтому берутся немножечко на рандоме, да. Поэтому мы каждый раз новый дух, и каждый раз разное количество духов, разное количество добрых пересмешников. Да, у нас изначально 2 пересмешника, 2 добрых духа и 1 злой, но поскольку у нас 4 духов, 1 каждый раз сбрасывается, поэтому мы наш состав не знаем. И хоть все себя запомнили. Сли. Все, время пошло. Делаем ставки, заснули или нет. Начинай. Животное. Земноводное. Привет. Лягушка. Поняла? Летает. Транспорт. Бутерброды. Машина. Самолет. Грязь. Фрукт. Кислый. Зеленый. Дрова. Чай. Желтый. Лимон. Молоко. Насекомое. Завтрак. Мюсли. Невкусный. Фейерверк. Несквик. Зерновой. Молоко. Грязь. Человек. Гигиена. Щелочное. Мыло. Вкус. Воск. Школа. Художник. Стричь. Стол. Пенал. Цветные. Запах. Вода. Раскраска. Карандаши. Учеба. Пас. Ковер. Сентябрь. Чародейство. Здание. Пас. Директор. Пас. Колокол. Ученики. Здание. Школа. Взрослый. Время кончилось. Я думаю, что с одного слова я не угадаю. Боже мой, какой насыщенный сон мне приснился. Мне в обычной жизни-то так не снится ничего. Хорошо. Лягушка на самолете. Да, я должна теперь сон рассказать, собственно, из того, что я угадала или нет. Ё-моё, чтобы я все помнила еще. Реально, я помню лягушку на самолете. Сколько же ты спала? Слушайте, если бы я знала. Собственно, лягушка на самолете летит в школу. Это я однозначно помню. Ест лимон и куксится при этом. Слушайте, я больше не помню. Давайте на этом закончим. Снимай маску. Но это было очень и хорошо. Ты получаешь 6 очков. Это было близко. Смотри, как хорошо у тебя все. Да, неплохо. Доброта, неплохо. Доброта победила. Доброта победила. Я тоже добрая. Мне 6 очков. Добрые получают. Да. Сплоховали. Да. Добрые получили. Мы просто очень хотели быть добрыми. Да. И... А пересмешники получают по одному? Пересмешники, да. Если, да, у нас расстройство личности. Больше, чем разница в 2 карты, то пересмешники получают меньше, потому что вы не смогли держать баланс. Мы не смогли, отказаться от своей доброй сущности. Да, видимо, добрые духи решили, чтобы у меня сегодня сны были понятные. Вот, и нашептали мне всего хорошего. Ну что, Алиса, твоя очередь. Нашептали. Нашептали.
скорее промолчали. Верхнюю карту мы уберем. Да, уберем, да. Все, я спас. Так. Я вообще не буду вам отвечать, я просто спать. Хорошо. Так, ну я свою роль посмотрела. И начинаем. Ну что, поехали. Крепость. Хогвартс. Труба. Дворец. Защита. Молния. Эй! Забор. Жители. Дом. Что это вообще? Зима. Тепло. Холод. Дом. Сухость. Тепло. А, простите, было. Сушить. Макать. Пас. Плохие духи. Гробница. Бинты. Кино. Мумия. Насекомое. Пушистая. Рыба. Орехи. Бегает. Белка. Пружина. Надувной. Лежать. Бодрствовать. Кровать. Лавать. Пас. Слишком. Это слишком. Кататься. Летать. Уличный. Колесики. Самокат. Это было успешно, да. Ну ладно. Давайте дальше. Фильм. Поезд. Ужасы. Свинья. Страшилка. Рельсы. Лес. Бенза. Пила, да. Это грязь какая-то, серьезно, это не только грязь. Давай так. Хорошо. Пить. Осушать. Скисло. Корова. Молоко. Так, все. Время. Кончилось? Или это рассказывается? Ты можешь попытаться догадаться. Ну, тут... Нет, я по времени вряд ли догадаюсь, только если часы вдруг это были. Так, твой ответ какой финальный? Ну, пусть будут часы. Ну, 50-50. Ну, тут сложно, я бы не отнесла это ни к чему. Ну, ладно, давайте. Тут, да. Вы еще сбросили там что-то? Да. Да. В общем, вспоминай сон свой. Ой, боже, я думала, у Маши было сложно. Нет, у меня все молоко. Там, в общем... У меня была мумия с пилой, которая еще пила молоко, не знаю, гладила белочку, сидя дома, я ничего не помню. Сейчас я еще что-нибудь попробую, но, ну, наверное, наверное, это все. И это было очень хорошо. Да. Ну, это прям 4 из 4. Ей! И это сколько? Это 4 плюс 1 за каждое вспомненное? Это был замок. Нет, у меня 2 дополнительных балла за то, что я вспомнила все. Нет, и 4. А ты пилу вспомнила разве? Да. Да. С пилой, да. То есть у меня, как у пересмешника, 4. То есть у меня 6. Плюс 2? Да. Злой дух. Разве 3? Все по 4, кроме Алисы. Нет, плюс 2, просто 4. Нет, мы пересмешиваем, да? 4-4. Сидят. А, 4-4? Тогда да. 4 плюс 2, да, пересмешники. Идеально. 5? Ну, добрый дух, я так понимаю, 4 получаю. Да? Угу. Хорошо, я тогда и обменяю. Тоже получают, да? Да, я обменяю просто тогда и один. Опять же обменил. Красава. С вами приятно работать. Угу. Ой, кажется, мне сон меня что-то клонит уже. Ребята. Так, давайте роли замечаем. Вы так глупо выглядите, когда рассказываете, что было во сне. Ну, там какая-то корова, которая там что-то делала, непонятно, скакала на коне. Поменяйте карточку верхнюю. Посмотрим, как ты расскажешь. А я еще хуже расскажу. Это беда. Мы поменяли уже верхнюю, да? Да, поменяли. А, начинаю я. Да, начинаешь ты, время пошло. Макароники. Италия. Сапог. Ресторан. Еда. Паста. О боже, я не слышу, откуда звук исходил. Да, я тоже. Кто следует? Я тоже на это. Да. Рисовать. Мольберт. Кисть. Художник. Произведение. Наука. Кровать. Профессия. Ученый.
Так лучше. Красная. Ягода. Черная. Огород. Вкусная. Клубника. Кто там? Я, да. Поединок. Цезарь. Цирк. Спортсмен. Арена. Фехтовальщик. Жемчужина. Море. Есть. Красное. Розовое. Я не помню, как называется. Ракушка. Короче, моллюск, не вот этот. Шляпа. Танец. Псы. Мексика. Танго. Праздник. Пробка. 40. Газированная. Алкоголь. Пена. Шампанское. Слизь. Моллюск. Съедобный. Пас. Кальций. Ракушка. Деликатес. Время. Ну, может, попробуй угадай. Да. Сейчас я подумаю. Почему-то у меня все моллюски выплыли из головы. Не помню. Какой красивый каламбур. Ай-яй-яй, так нельзя делать. Нож. Ну, кто там есть в панцирях? Черепашки ниндзя. Черепашки. Я не помню название, но моллюска просто киньте его в пас. Ну, короче, моллюски, значит, моллюски-фехтовальщики. Так. Танцевали танго как-то. Вау. Они, в общем, так хорошо танцевали, что решили отпраздновать свой танец шампанским. Празднуют, значит, празднуют с клубничкой, еще там шампанское, клубничка, в общем, стол накрыт. Отлично. А дальше я ничего не помню, прям обрезала сразу. Я проснулся. Ну ты угадал шампанское. Ага. Так. Ну, я не знаю, клубника, малина, я их в жизни путаю. Ну, по-моему, я как пересмешник, вот это было очень плохо, тут почти было идеально, а потом все. Ну, не идеально, но хорошо. Да. Ну, я получаю три. Ну, мне все устраивает. Еще один пересмешник получает. Я возьму пятерочку. У меня три. Так, а добрый дух сколько получает? Добрый дух тоже три, потому что три правильных. Что-то мне два. На, держи. Вот, а тебе шесть. У меня шесть, да. Я заменю себе на пятерочку. Валим ее! Да, у нее очень плохо все. Вы же не знаете, кто я. Это уже новая карточка духа? Ты сама не знаешь, кто ты. Да, это нет. Старый, я понял. Сброс. Ну что, ребята, я отправляюсь в царство Морфея. Прям на очки, ну ты жесткая. Это привычка из кино, потому что всегда, когда идешь, одеваешь 3D на очки. Да, вот это жиза. Это очень жиза. Да. Мне не знакомо, но есть знакомые, вот они сидят, могут подтвердить. Ну что ж. Что, верхнюю карту снимаем, да? Да, снимаем. Все, снимаем. Так. Я готов. Какая мерзкая была. Время пошло. Ага. Песни. Музыканты. Громкость. Концерт. Инструменты. Музыка. Голова. Зима. Солнце. Тень. Убор. Шляпа. Я? Угу. Расследование. Пупа. Вообще. Приближать. Стекло. Пас, ребят, пас. Серьезно? Камон! Кто? Я? Кто? Кто? Да, ты. Давай, я. Большой. Смычковые. Струны. Виолончель. Даже не дает. Можно переиграть? Нет, давай дальше. Можно. Бип. Летний. Транспорт. Колеса. Пробка. Кабриолет. Животное. Падаль. Пас. Птица. Самолет. Граф. Грифон. Река. Лодка. Россия. Венеция. Гребсти. Ладья. Пас. Жюри.
Арбитр. В рот. Судья. Спорт. Штрафной. Звук. Правила. Стол. Праздник. Накрыли. От грязи. Ткань. Скатерть. Фрукт. Нехороший. Горький. Овощ. Огород. Красный. Помидор. Время кончилось. О! Рассказывай сам. Теперь мы узнали, что у Лейлы в рот это одно слово. Мало ли. Давайте я это вырежу. Мы это не вырежем. Не, вообще, честно говоря, пошловато просто прозвучало. Да я не об этом вообще. Да нет, в рамках судьи, законов и прочего законодательства, почему бы и нет. Так что со сном-то? Да, да. Там какие-то помидоры на скатерти. Еще была виолончель или альт, но что-то вспоминаю я с трудом. Отгадала ли я что-нибудь или нет? Не да, знаю. Снимай. Ты угадала полностью правильный, поэтому ты получаешь 2 дополнительных очка. Я не знаю, я делала все, что мог. Я сделала тоже. Я сделала все, что могла. Спасибо, ребята. Ты, видимо, пересмешник. Я пересмешник. Ты получаешь 1. Мы все получаем по одному. Все получаются по кроме одному. Игрока. Раз, и... Почему сразу виолончель? Раз. Саша, я сказала большой. Я сказала большой, она не смогла сказать скрипка. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Спасибо. Всем спасибо. Это было больно, если да, честно. Да. Очень больно. Нужно изучить вот это все. Что это был свисток? Смотри, я не пошлый человек, просто свисток его надо... Да. Поймите меня правильно. Я честно, законы, суд, там была арбитр еще сказали. Высшая экономика. Как же плохо было. Так плохо, что даже хорошо. Сейчас будут мемы. Ты сейчас на злом духе набрала просто триллион. Очень позорно сейчас будет. Я ничего не отгадаю. Вы будете смеяться. Позорно уже было. О мой бог. Так, Так, верхнюю снимаем. Мы можем начинать, наверное, да? Так, да, погнали. Острый. Туловище. Насморк. Лекарство. Ноздри. Нос. Насекомое. Животное. Аллигатор. Млекопитающее. Безопасность. Нельзя. Крокодил. Ракушка. Клешня. Изыск. Так себе. Краб. Рыжая. Глупая. Лес. Скачет. Хитрая. Лиса. Стол. Десерт. Праздник. Торт. Готовка. Вонючка. Неприятно. Плесень. Бутерброд. Терка. Повар. Пас. Зима. Кататься. Палки. Колеса. Лыжи. Мясистый. Куриный. Волокна. Деликатес. Мясо. Курица. Кость. Повар. Нога. Копченый. Пас. Очень много всего. Старт. Капитан. Юра. Илон Маск. Быстрая. Ракета.
меняет цвет. Насекомые. Тонкий. Глазище. Лезвие. Палки. Пас. Русская какая-то снится. Давайте, быстрее. Хлебушек. Толстый. Жалко. Французский. Багет. Длинные. Стрижка. Ноги. Ухоженные. Бритва. Ногти. Я говорю. Капитан. Летит. Круглый. Парит. Космос. Салат. Путешествие. Самолет. Дамские. Украшения. Сады. Еда. Вино. Похоть. Ягоды. Виноград. Оно. Время давно остановилось. Оно застряло, короче, прикинь. Такой хороший сон, так и не хочется просыпаться. Ну давай. Мы просто хотели подольше поиграть. Да. Но это там задержало на минуту. Да, там чуть-чуть задержалось. Ну что ж, рассказывай нам все это теперь. Тебе самый длинный. Я вот тут хотел рот, типа, в рот мне роги. Не повторяй мою ошибку. Типа рот, рог, они созвучны. Как где они созвучны? А на самом деле, с виноградом я тоже не права была, потому что вино. Это, да. А что есть, когда рис созвучно? Я сказала вино. Оно созвучно с виноградом, поэтому нельзя было говорить. Ну вот как там ворона-корона, в примерах приводится. Но это да. Там они более созвучны, это рот и рог. Она еще вообще не рассказала, мы просто ей рассказывали. Но это другое, это не забудь, связано забудь. С тобой. Это вообще мы не про себя сон. Рассказываем. Что же я видела, господи. Знаете, когда после выпивки прям жесткого бухча просыпаешься, такой, так, что же вчера было? Значит, господи, что-то было с виноградом, господи, как это теперь воедините, соедините. Я просто, вы очень долго говорили, и у меня прям тяжелая голова. Мы дали тебе больше времени. Так, какой-то самолет, который вез винограды. Чё? А больше я не помню. Ну все, ребят. Слов было очень много. Да. Мы на тебя оторвались просто. Как да. Прям. Держи семерочку за 7 твоих правильных. И мне тоже семерочку, пожалуйста. А мне. Ну, тут, кстати, 50-50, да? А, и там 7. А мне 9. А мне тоже 9. Вот я кого-то спасла, да? Я сбрасывал 1, взял 7. Лобстер. Кухня, так, сыр. 6, 7. Можно я с окороком было очень смешно. Да. Он сидел, что и тебе в лицо кричал, типа, нога! Курица! Нога! Ну я, да. Мясистый. А мы сыграли, получается, ребят. Мы сыграли. Да? Да. А теперь мы считаем наши очки. Можно я свои очки посчитаем? Хотя бы плюс один, да. У меня почти ровно, ладно. Это можно. 31. Нет, мы с тобой можем посоревноваться. Серьёзно? Тут 16. Окс. 25. 31. Я оторвалась в прошлый ход. Вы когда там ничего не получили, я получила все. Да. У меня 26. Но какой ценой? Так что второе место. У меня глаза. У тебя 27? Нет, 25. 25? 26. Ну, короче, троечку победителя, а вы... Зато сны классные посмотрели, девчонки. У девчонок были самые классные сны. Такая вот игра. Вот и все, ребята. Подписывайтесь на The Station. Ставьте лайки. Да, в общем, ребятушки, пишите, как вам эта игра. Нам, как видите, она очень зашла, потому что мало того, что ты можешь посмотреть интересные сны, так ты еще можешь рассказать какую-то историю. Правда, к сожалению, от этой истории мы помним не все, но это как раз-таки проверка и тренировка вашей собственной памяти. У нас даже время остановилось. Настолько хорошая игра. На последнем кону причем. Это не просто так, это судьба. Так что, ребята, ждем ваших комментариев, лайков. Мы всех любим. Видите хорошие сны. Спокойных снов. И всем пока.